Махинация с платежами и ущерб на сумму более 137 тысяч рублей. Сотрудник налогового органа подозревается в превышении должностных полномочий. Следственный отдел Каспийска по материалам УФСБ России возбудил уголовное дело в отношении главного налогового инспектора отдела камеральных налоговых проверок номер 14 по статье «Превышение должностных полномочий». По версии следствия, он на протяжении нескольких лет, используя автоматизированную информационную систему ФНС России, неправомерно удалял записи о начисленной задолженности по транспортному и земельному налогу налогоплательщиков, в результате чего в бюджетную систему Российской Федерации не поступили налоговые платежи на общую сумму более 137 тысяч рублей. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательной базы.